Вот, будем сейчас делать сборку макета как раз-таки танкиста. Пока он перед вами в состоянии, как будто подорвался на мине. Но сейчас по магии монтажа произойдет следующее. И вот здесь уже, короче, собран танкист. Сам, то есть, модель, где он будет сидеть на башне за установленным пулеметом. Убираем его в сторону. Вот сам его пулемет. Типа ДШК это, наверное. Сейчас поймаем фокус. Вот. Думаю, на танке будет это смотреться получше, как минимум. И вот эти две детали еще. Я не понимаю, куда их нужно. То есть, типа, вот эта вот деталь вроде как должна по схеме фиксироваться на вот этот вот крючок. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Шел второй день сборки. Было собрано пузо танка. Прошу прощения, снимаю без штатива. Значит, крайние положения гусениц или крайние там шестеренки, валы, колеса. Два ряда колес собрано. Симметрично получается. И спереди вот такие вот штуки. Не знаю, зачем это все было сделано, конечно, но, видимо, зачем-то понадобится. Это второй день сборки. В первый, напоминаю, был собран пулемет и сам танкист. День третий. Собрана, значит, башня полностью с пушкой. То есть, вот, ствол, канал ствола. Установлен уже пулемет, собранный танкист. То есть здесь вот мы можем, вот, я не знаю, как даже лучше показать в масштабе. То есть вот этот вот люк, он открывается. Танкиста можно убрать. Вот, но, ну, я думаю, будет он вот так вот сидеть. Потому что он мог еще за пулеметом сидеть. То есть очень много как компоновок, которые можно сделать. Далее тут вот все эти ящики, что-то со снаряжением, фонарь, как я вот с этим фонарем провозился, это ужас. Короче, башня сделана. Далее, ходовая часть тоже собрана. То есть пузатерка эта сама с бочками, сама ходовая и гусеницы. Было очень, кстати, интересно их собирать. Гусеницы прям понравилось собирать. И верхняя часть корпуса танка, то есть уже активная броня приклеена сюда. Всякие вот такие вот мелочерные антуражные вещи. И здесь еще вот, извиняюсь за то, что так снимаю, без штатива, неудобно. И вот такой вот открывающийся люк. Зачем он? Не знаю, наверное, смотреть танкистам. Нравится очень собирать. Думаю, последняя видео вставка будет это уже собранный, потому что на башню осталось наклеить вот эту вот активную броню, доделать какие-то мелочи, и он будет уже собран, и покраской это я буду заниматься потом. Что могу сказать, что очень понравилось собирать, то есть очень много и нервов, и всего, ну прям очень интересно. Итак, наконец-то я собрал танк, все уже зафиксированы все элементы, начиная от ствола, заканчивая активной защитой, все вот эти квадратики со всех сторон и на башне, и везде. Танкист сидит, модель получилась вот такого размера, то есть вот берем коробку, вот по такому размеру, масштаб 1 к 35. Собирать очень понравилось. Модель звезда. Обзор уже этой самой модели есть на канале. Можно зайти и посмотреть, кому интересно. И также в том видеоролике есть ссылка на то, где купить. Очень подкупило, конечно, что продумали до деталей. Вот что танкист у нас тут есть. Вариация также есть, что вот люк у нас открывается. Туда можно также танкиста посадить только за пулемет уже. Идет вращание башни. Также вот этот вот люк открывается. Сейчас будет его, конечно, не особо удобно открыть. Но, поверьте на слово, этот люк открывается.
Пушка не двигается по вертикали, так как она здесь фиксирована наглухо. Задняя часть танка выглядит вот так, то есть также большое количество всякой фурнитуры. Гусеницы, активная броня с двух сторон. Все коробы, дымовые шашки, то есть все на нем установлено. Собирал в общей сумме, наверное, дня 3-4. Ну, учитывая, что тут по 2 часа, тут, то есть там все вырезал, подшлифовывал там, где нужно. Есть, конечно, косячки, то есть, вот, допустим, не до конца склеилось из-за кривизны поверхности, но, думаю, краской это закрою, ничего страшного. Вот такое вот количество больших мелких деталей, которые крепятся вручную. Для первого раза, я думаю, очень даже неплохо, учитывая, что до этого я собирал модели 1:72. Это, то есть, в 3 раза почти меньше, чем это. Итак, в будущем планирую собирать также не только модели танков, но и другие какие-либо. И постараюсь также снимать видеоролики, тем более, что тема очень интересная. И есть о чем мне поговорить. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Brim Team. Пока!